Дорогие телезрители, сегодня неспешными шагами мы пришли на железнодорожную станцию города Азов. А пришли мы сюда для того, чтобы встретить наших телеведущих Лешу и Настю, которые отдыхали в деревне у бабушки Агафьи во время каникул. Слушай, Лера, я пойду посмотрю, не идет ли электричка. Вика, туда нельзя! Детям выходить на железнодорожные пути нельзя. Ожидание затянулось. Ну когда же они уже приедут? Мы их так долго ждем. Не волнуйся, поезда всегда приходят по расписанию. Детская телевизионная студия Cool TV Show. Давайте познакомимся. Давайте. Меня зовут Петр Павлович. Чернокулов Петр Павлович. Работаю на железнодорожной станции Азов. А почему на вас одет такой яркий жилет? Девочки, это потому, что вы машинист и помощник, издалека видели, что железнодорожники работают на дороге. На железнодорожной станции очень чисто. Почему? И станция – это лицо города. И станция должна быть чистой, люди, которые приезжают, чтобы видели, что в городе чистота и порядочек. Скажите, а вы помните, как выглядела станция в вашем детстве? В моем детстве самое оживленное было место – станция Азов. Здесь были буфеты, собирались люди, сопровождающие, уезжающие. И очень много было интересного. А раньше приходили семьями провожать и встречать на вокзал. Все было очень культурно. Здесь, на железнодорожной станции, базировался и отважно сражался с немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году бронепоезд номер 10 «За Родину». Вика, кажется, идет электричка. Чемодан, там что, подарки? Сейчас. Здравствуйте, друзья! Приедем! Детская телевизионная студия Cool TV Show. А можно с вами пообщаться? Ой, ребята, смотрите, сколько много интересных штучечек. Это, наверное, космический корабль. Трудно быть машинистом? Каждая профессия сложна, есть свои тонкости. Но, в принципе, если все знаешь, то не трудно. А почему мы выбрали именно эту профессию? Каждому нравится путешествовать, видеть что-то новое, а здесь всегда перед нами дорога, и можно увидеть много интересного. Ну, здесь есть кнопки управления, это пульт управления машиниста. С этими кнопками у нас идет набор, то есть поезд разгоняется. Ну, а этот кран машиниста, этим краном мы тормозим, чтобы останавливаться на площадке. А вам самим понравилось ездить на наших поездах? Да, конечно, очень понравилось. А для чего вот это? Вы что, передачи какие-то ведете? Это микрофон для того, чтобы объявлять о остановках,
чтобы вы, молодые люди, не проехали свою станцию. Скажите, а вам хочется иногда поболтать с своими пассажирами? Если даже и хочется, то по инструкции не положено нам этого делать. А давайте посмотрим, как устроен вагон. Удобно и комфортно можно совершить путешествие из Азова в Ростов. Кидать камни в поезд – это преступление, опасное для жизни. До свидания, Назар Александрович. Желаем вам счастливого пути. Спасибо, до свидания. Это зал ожидания. Билетная касса. Прежде чем отправиться в путешествие, нужно купить билет. А вот здесь когда-то находился буфет. Железнодорожный вокзал, улица имени Зои Космодемьянской. Ждем ваших писем о событиях, происшествиях, которые происходят с вами, вашими друзьями на улицах нашего любимого города, в вашем дворе, школе, подъезде. И, конечно, присылайте мне рисунки обо всем, что вам интересно. А мне интересно все. Почтовый ящик у Лёмы находится в центральной детской библиотеке города. Или пишите мне на электронную почту.